Всем привет! Сегодня не будет никакой заморской вампирской эстетики, а будет славянская атмосфера, наше, родное. Я покажу и расскажу, как сшить рубаху персонажа Якова из комикса «Застенчивый упырь». Начал с выкройки базы, основы. Заправил машинку белыми нитками. Кстати, фраза «шита белыми нитками» перекочевала в русский язык из французского, где она означала скрывать что-либо в тот момент, когда все знают правду. А я тем временем, абсолютно ничего не скрывая, сшил основу воедино. Сделал разрез посередине, но не до конца. Яков раньше, скорее всего, был крестьянином, отсюда и простенькая рубаха. Недолго мне помогал кот. Вырезал полочки. Я их не стал проклеивать флизелином, чтобы не создавать дополнительную толщину. Да и прочность не нужна. Пуговиц же нет. С помощью паутинки поставил полочки на место и вшил их. Я долго думал, надо ли какое-нибудь украшение делать, но толком ничего не придумал, поскольку в славянской моде не разбираюсь. Да и это почему-то не сильно популярно, в отличие от заморских коллег с замками и красивой, чаще всего, внешностью. Манжет уже проклеиваем, поскольку тут будут пуговицы. Вообще я не знал, какие пуговицы сделать, надо было скорее всего деревянные. А комикс не претендует на детали. Выбрал те, что посередине, поскольку я буду красить рубаху. Собрав манжеты и пристрочив их к рукаву, сделал воротник-стойку. Сделал заплатки. Я не очень люблю асимметрию, поэтому сделал одинаковые. И не стал делать этот шов. Отправил рубаху краситься. А пока сделал пояс из белой ткани, поскольку с красной была беда. Вот что вышло в итоге. Восстань, грязное чудовище, и покажи нам свою рубаху. Да ладно, я шучу. Вот рубашки. Еще сделал примерно такую же. Но вместо красной ткани использовал черную. И она окровавленная с дырочками от острых палок. Не будьте злобными крестьянами и не протыкайте мирных и милых упырей своими деревянными кольями. А вместо этого ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, передавайте привет застенчивому упырю в комментариях и также заходите на мой Озон, там вы сможете приобрести эти вот рубашки замечательные. Даже если вам не нравится славянская тема, у меня есть много всего и по заморской вампирской эстетике. Спасибо большое за просмотр. Пока!